Том 2. Биосинтез и биоэнергетика. Это вторая книга из серии «Целительные силы». В ней продолжается развиваться тема оздоровления. Так, в части первой даны общие рекомендации по индивидуализации оздоровительного процесса, а также сведения, касающиеся биоэнергетики и биосинтеза, основы жизни и здоровья. В части 2 подробнейшим образом описаны средства движения, голодания, дыхания, водолечения, с помощью которых человек может активизировать процессы биоэнергетики и биосинтеза. Книга в первую очередь рассчитана на лиц, заботящихся о своем здоровье и желающих самостоятельно поддерживать его на высоком уровне, а также на читателей, интересующихся натуропатическими средствами оздоровления. «Малахов Геннадий. Целительные силы. Том 2». Обновлено по варианту 1994 года. Слово к читателям. Мизерный тираж первого тома «Целительных сил», состоящего из трех частей, разошелся без всякой рекламы. Письма, идущие в мой адрес, поток которых все возрастает, указывают на то, что книга нашла своего читателя. Хотя материалы в первом томе были рассчитаны на среднеобразованного человека, но им заинтересовались и медицинские работники. Вообще книга начинена массой информации. В ней имеется несколько научных открытий, в том числе мирового значения. Так, в части 1, в параграфе «Теплообразование в толстом кишечнике» мной в 1989 году был описан механизм обогрева организма за счет микроорганизмов, обитающих в толстом кишечнике. А в конце 1991 года я узнал, что в мировой реестр научных открытий внесено имя монгольского биолога, доктора медицинских наук Жамбалыга Шанжа, описавшего точно так же этот процесс. Ждет своего часа энергообразующая функция толстого кишечника, а также ряд других оригинальных и свежих мыслей. В настоящем втором томе тема оздоровления продолжает развиваться. Здесь затронуты и описаны ранее вообще не встречающиеся в оздоровительной литературе пласты знаний. Особенно это касается глав о биоэнергетике и биоэнергетике Синтеза. Во всех главах имеются свои изюминки, в них растолковываются рекомендации древних целителей с позиции последних достижений научной мысли. Так в главе о голоде посты, в главе о дыхании взаимосвязь трех энергий, водолечении раскрыты механизмы воздействия воды. В результате таких новых оригинальных подходов рождаются совершенно отличные методики самоздоровления, простые и доступные. Мне верится, что вдумчивый читатель этой книги обретет настоящее средство самоздоровления и самосовершенствования организма. Мне хочется пожелать здоровья и счастья своим читателям, а труд читать многократно, вдоль, поперек и между строк. Имеющие глаза пусть увидеть, имеющие уши пусть услышит. Имеющий разум пусть примет и обретет. 5 февраля-19 сентября 1992 года. Геннадий Малахов. Часть первая. Основные знания о жизни и здоровье. Метод проб и ошибок весьма хорош, но бывает и так, что экспериментатор после очередной пробы больше никогда не делает ошибок. Поэтому изучайте опыт других. Больше читайте мудрые книги. Все многократно описано. Найдите стержень проблемы. Ухватитесь за него покрепче. И неуклонно следуйте. Вот и все из наставлений Генеши. Глава 1. Устройство человеческой машины. Надо понять, что такое человек, что такое жизнь, что такое здоровье и как равновесие, согласие стихий его поддерживают, а их раздор его разрушает и губит. Леонардо да Винчи. Великолепная мысль. Актуальна до сих пор. Давайте последуем совету гениального мудреца Леонардо да Винчи и исследуем этот вопрос как с современных позиций, так и с позиций древних мудрецов. Сравним, что в них общего и определим, чего необходимо придерживаться. Начнем с самого начала. Что лежит в основе чертежей нашего организма? Уже давно известно, что носителем наследственной информации является хромосома. Но вот как эта информация записана на ней? стало известно совсем недавно. Французские биологи открыли, что информация на хромосомах записана в виде многомерного голографического кода, отражающего пространственно-временную структуру организма. Лазерное изучение хромосом записывают на себе информацию о состоянии организма в данный момент и сопоставляют с информацией, существующей в нашем наследственном аппарате в виде многих голограмм. Об этом говорит Шикин, сталкер из черт журнал Свет 1989 год номер 7 для читателей впервые встречающихся с понятием голограмма поясняю например вы имеете кувшин затем этот кувшин был разбит на множество мельчайших кусочков так снимая с самого мельчайшего кусочка голограммы мы можем получить полное объемное изображение кувшина, сотканного из лучей света. Поэтому многомерный голографический код с помощью микролазеров выстраивает голографическую копию всего нашего тела, пол, взаимное расположение внутренних органов, их форму и функции, а также каждую клеточку тела в отдельности и ее функции. В свою очередь излучение отражаемое от формы нашего тела, формы каждого органа и его функции, клетки и ее функции, поступает обратно в виде отражения и сравнивается с эталоном. Если имеется различие, оно присутствует постоянно, колеблясь возле некой средней черты, то включаются разнообразные коррекционные механизмы, гормональные, гуморальные и так далее. Практически все клетки организма, помимо своей специфической функции, выполняют и неспецифическую, одинаковую для всех, синтез важнейших веществ общерегуляторного назначения, простагландинов, кейлонов и других. Голографическое отображение информации и ее обратная коррекция лежат в основе гомеостаза, поддержания постоянства внутренней среды организма, гомеорезиса, правильной скорости протекания физиологических реакций в организме и гомеоморфоза, поддержание формы, взаимного расположения и массы органов в необходимых границах. Теперь, зная, как происходит образование организма человека, легче понять принцип Матрешек постепенного перехода голографической картины от тонкой, лучистой, плотной, материальной. С этой целью начнем рассматривать тела матрешки, как в буддийской психологии, от плотного к тонкому. Первое ⁇ физическое тело. Оно состоит из костей, сухожилий, мяса, жидкости, кожи и так далее. Это все материальные ткани, которые можно не только увидеть, но и пощупать. Согласно буддийской классификации, это тело называют оболочкой, построенной с помощью питания. Анна Майя Коша. Второе. Плазменное тело. Само название указывает на то, из чего оно состоит. Его уже давно фотографируют по методу Кирлиан. Оно имеет свое строение, чакры, энергетические каналы, которые в совокупности представляют собой главную силовую установку, нашего организма. Плазменное тело пронизывает физическое и в зависимости от своей мощности выступает за пределы телесной оболочки, покрывая ее наподобие яйца. Насколько мощно это тело, настолько и силен человек. Согласно буддийской классификации, это тело называется праническим. Прана означает энергию и по-индусски звучит как пранамая коша. Оно поддерживается и питается в основном дыханием человека. Третье. Голографическое тело. Это лучистое тело. Оно является основой для построения физического тела и управляет праническим. Оно также хорошо фиксируется при фотографировании в высокочастотном поле по методу Кирлян. Согласно буддийской классификации, его называют телом мыслей Ману Майя Коша. Естественно, голографическое тело имеет свое строение и состоит из гораздо более тонкого вещества, нежели два предыдущих. Из самых последних работ ученых нам известно, особенно хорошо эти вопросы осветил белорусский ученый Веник, что наши собственные мысли, в зависимости от эмоциональной окраски, способны вызывать колоссальное возмущение в нем. Поэтому голографическое тело постоянно колеблется в такт нашим мыслям, меняя структуру и конфигурацию. Эти факты были давно подмечены буддистами, что и послужило поводом к названию этого тела ⁇ Тело мысли. Четвертое тело сознания, которое лежит в основе образования хромосом, являясь точкой сборки той или иной информации на них. В буддийской психологии оно так и называется тело сознания. Веджняна Майя Коша. Суть этого понятия хорошо растолковывает Лама Анагарика Гавинда. Выдержки взяты из книги «Основы тибетского мистицизма» Лаша Анатарика Гавинда. Тело мысли проничества и физическое пронизаны и приводятся в движение еще более глубоким сознанием прошлого опыта, в котором хранится бесконечный материал, из которого заимствовали свою субстанцию наши мысли и воображение. Подбирая лучший термин, мы назовем его нашим подсознанием или глубинным сознанием. Пятая душа, то есть некая неизменная основа, лежащая в области проявленного, откуда последовательно выявляет себя на материальный план. От нее образуется сознание, которое строит хромосомы. Хромосомы выстраивают объемную голограмму. Голографическое тело служит шаблоном для построения физического тела и руководить праническим телом. В результате этих последовательных стадий образуется живое мыслящее существо. Анагарика Гавинда так объясняет это тело Ананда Майя Коша. Согласно буддийской психологии, этот центр представляет неизменную точку отношений, в которой сходятся все наши внутренние силы, но которая сама лишена качеств и находится по ту сторону всех определений. Далее он все же пробует объяснить то, что лишено всех определений. Последнее и тончайшее оболочка, пронизывающая все предыдущие, есть тело высшего универсального сознания, питаемое и поддерживаемое возвышенной радостью. Оно переживается только в состоянии просветления или в наивысших состояниях медитации. Оно соответствует терминологии Махаяны ⁇ телу вдохновения или телу божества. Теперь необходимо узнать, что питает, поддерживает и укрепляет. Эти тела. Тело души, пятое. Питается и укрепляется возвышенной радостью. Постоянное сосредоточение на высших проявлениях вселенских сил, на чуде жизни, радости бытия, как величайшего блага, восторг от небесной механики, поклонение в лучшем смысле слова. Перед рациональностью природы, тончайшее переживание творческих озарений и прорывов, а также многое другое, светлое и радостное, позволяет человеку ощущать благодать, переживать милость высших сил. И все это и есть так пища, которая укрепляет и взращивает нашу душу. Тело сознания четвертое, которое записывает код колограммы на хромосомах, а также является вместилищем прошлого опыта и хранилищем бесчисленного числа программ реализации жизни, укрепляется и питается правильным психологическим настроем. Целеустремленность, непоколебимость, безграничная вера в успех, который за и подпитывают ту или иную программу развития. Как это понять? Очень просто. В процессе своего развития человек последовательно проходит несколько стадий животной жизни. Так внутриутробно в сжатом виде он проскакивает путь одноклеточного организма, многоклеточного, рыбы, земноводного, животного и, наконец, принимает человеческую форму. То есть весь этот прошлый опыт действительно имеется в нашем глубинном сознании и мы им можем воспользоваться очень многое зависит от окружающей среды так в науке известен факт что икринка лягушки попавшая на водоросль дает развитие лягушки а упавшая на дно дает жизнь водоросли ошибки в телесознании и у человека определяются средой. Вот как это описывается в джудши. Если родится нечеловеческое дитя или какой-либо урод, то это из-за влияния нечистот. В Вайдурья Онба в качестве примера приводится рождение у женщины, змеи или крысы. Всем известны дети джунглей, маугли. Ученые, которые исследовали их, установили такой факт. Если ребенок проводит с животными первые 8-10 лет жизни, он полностью принимает их повадки. Научить его человеческой речи и общению уже невозможно. И, как правило, через несколько лет отчеловечивания такие дети погибают. Но если ребенок окажется младше от 4 до 6 лет, то он вполне может освоить как речь, так и человеческий образ жизни. В первом случае, подсознание выбрало программу реализации жизни и закрепило ее. Во втором программа находится в стадии становления и закрепления. Ее можно поменять. Точно так и наше общество формирует в подсознании людей с детства потребительские инстинкты. Стыдно пак. Кушать, хорошо одеться и провести время, тягу к развлечениям, зрелищам и другим материальным благам. В итоге вся жизнь человека вертится вокруг этих миражей. Человек превращается по образному выражению Рерихов, в двуногое существо. Здесь данные рисунки тело сознания реализуют себя в форме человека. Можете посмотреть. Выбор психологического настроя на духовность, творчество, милосердие и подкрепление их регулярной целеустремленной практикой позволяет из хранилища бесчисленного числа программ реализации жизни отобрать путь Бога человека, открывающий фантастические возможности. Эти возможности демонстрировали посвященные и просто продвинутые по пути духа. В наше время их наиболее ярко демонстрировали в России Иванов в Индии Сатья Сайбаба. Причем этот психологический настрой так приближает нас наше физическое тело, что оно приобретает прекрасную форму, источает вокруг себя аромат, а после смерти долгое время не подвергается тлению. Тело мысли 3 или голографическое тело. Его в первую очередь укрепляет отсутствие сильных эмоций и стрессов. Однообразные положительные мысли, уверенность в себе, а также отключение мыслительного процесса на более или менее длительное время, положительно сказывается на уплотнении голограммы. Все это именуется контролем над умом. Разработано довольно-таки много техник, например, раджа-йога, обеспечивающих это. Укреплению и уплотнению голографического тела способствует сон, глубокое расслабление, нахождение в местах с благодатным излучением, так называемым хрональным полем, а также разнообразные процедуры, ведущие к очищению и уплотнению мнению собственного голографического тела определенная обстановка интерьер правильный подбор упражнений доброжелательно человеческое окружение в семье на работе все это укрепляет голографическое тело. Излучение геопатогенного очага зоны, помещения, предмета обихода, а также излучение бытовых и промышленных приборов и аппаратов, обладающих сильными полями, это в основном относится к хрональному полю, разрушающе действует на наше голографическое тело. Первоначально я думал обойтись без этого понятия, но от этого пострадала бы истинность изложения. Поэтому вам предстоит сделать небольшое усилие над собой и понять, что представляет собой хрональное поле. Хрональное поле состоит из частиц, движущихся со скоростью в 150-170 раз быстрее скорости света. Сами частицы рождаются в результате высокоэнергетических процессов и реакций. Они несут полную информацию об объекте и его излучившем. Правильнее было бы сказать не о голографическом теле человека а о хрональном поле которое выстраивается как голограмма поэтому любое воздействие потока хрононов может укреплять или разрушать наш собственный весьма сильно расстраивает голографическое тело обильное и частое питание каждая частица пищи обладает своим хрональным полем который несет информацию о съеденном растении или животном. Так частички, попадая внутрь организма, резко меняют характеристики нашего собственного голографического хронального поля, искажая и подавляя его. Вот почему после обильной еды нам хочется спать. Сон уплотняет голографическое тело, которое за счет этой плотности пересиливает и ассимилирует хрональные поля пищи, со всей их информацией. Но есть различные виды пищи, при продолжительном и регулярном употреблении которых происходит навязывание нашему телу голографической информации пищи. В результате этого человек приобретает качество свиньи при усиленном употреблении свинины или уравновешенность и силу проросшей пшеницы. Примерный механизм действия обменных шлаков на голограмму. Примерный механизм действия обменных шлаков на голограмму хронального поля. Накапливаясь в тканях, органах, клетках, они своими голограммами искажают нашу. Четкость нашей голограммы из-за этого размывается. Это постепенно приводит к угасанию процесса считывания голографического сигнала с хромосом, искажению обратного сигнала на хромосомы, что ведет к неверной коррекции. Это по образному выражению Дипака Чопра. Дипак Чопра Президент Американской ассоциации аюрведы получила название эффекта запыленного зеркала. Стоит убрать зеркало пыль, а из организма вывести шлаки как четко с голограммы нашего хронального поля восстанавливается. А с ней и все функции приходят в норму, исчезают и рассасываются лишние ткани, опухоли. Организм резко молодеет. Только теперь нам становится ясно, почему человечество придумало такое обилие средств и методов для очищения организма от постороннего. Именно в этом истинная суть внутренней чистоты организма. Плазменное тело или праническое тело, ввиду того, что оно состоит из плазмы, в которой имеется магнитное поле, его будет укреплять и развивать всевозможные движения, ведущие к взаимодействию с плазмой окружающей среды и магнитными полями Земли. В его развитии можно использовать принцип постепенного увеличения пропускаемого через себя энергопотока. За счет активного образа жизни, бег, движения, дыхания, закаливания и так далее, мы пропускаем через себя поток энергии, что ощущается в виде разогрева организма, который заряжает нас. Постепенно наращивая мощность этого потока, за счет интенсификации упражнений и их продолжительности и соблюдая интервалы отдыха, во время которых в организме происходят особые компенсаторные сдвиги, мы можем все более и более увеличивать мощь плазменного тела. А оно, в свою очередь, качественным образом перестраивает нашу ткань, которая теперь может держать вокруг себя гораздо больше энергии и лучше подзаряжаться. Хорошо развитое плазменное тело далеко выступает за пределы физического тела. На три и более метров. Присутствие лиц, обладающих мощным плазменным телом, люди чувствуют особый приятный аромат. У них закладывают уши, как в самолете. Для поддержания высокой мощности плазменное тело требует постоянной подзарядки. И если ее не делать, оно быстро рассеивается. Регулярность занятий и систематическое увеличение нагрузки вот два ключа, ведущие к созданию мощного плазменного тела. В конце концов, эти занятия должны перерасти в образ жизни, как это и происходит на практике. Еще раз подчеркну, что наиболее важным для укрепления плазмы будет движение как относительно чего-то, например, поверхности Земли, так и внутри себя, например, увеличение кровотока или мысленная прокрутка энергии. Все китайские специалисты по биэнергетике утверждают, что энергия находит свое самое сильное выражение в движении, в моторике, особенно между локтями и кончиками пальцев рук, а также между коленями и кончиками пальцев ног. Пасы руками, мысленная передача энергии, контакт тела со средой, богатой свободными электронами, например, водой, пребывание в местах насыщенных Природной плазмой, вершины гор, места тектонических разломов, питание свежесорванной пищи, в этом виде она наиболее насыщена биоплазмой, также способствует росту и укреплению этого тела. Как выяснили ученые, никакие процессы в организме не происходят без переноса свободных электронов. Если они отсутствуют, то ни ферменты, ни витамины не будут работать. И наоборот, если плазменное тело сильно уплотнено электронами, ионами, например, как у Порфирия Иванова, то о питании беспокоиться не надо. Любая пища переварится без труда. И еще заостряю ваше внимание на такой особенности. Электроны и плазма совершают тепловое движение, а всякое тело тем сильнее поглощает излучение, чем в большей степени оно способно к испусканию излучения той же частоты, то есть тепла. Чем более плотно концентрированная плазма, тем большее количество энергии излучения, то есть теплоты, оно может поглощать. А при достаточно высокой плотности плазмы будет только поглощать тепловое излучение из окружающей среды и очень мало отдавать. Порфирий Иванов обладал колоссальной энергетикой, в 500 раз больше, чем обычного человека. Ходил в шортах в любое время года. Его плазменное тело только поглощала тепло из окружающей среды, мало излучая при этом наружу. Даже в самые большие морозы в окружающей среде много рассеянного тепла. Благодаря этой развитой способности он и выжил. Немцы во время Великой Отечественной войны его возили в лютые морозы на мотоцикле по Киеву, при этом обливали водой, закапывали в снег и даже сажали в колодец. Наша зябкость объясняется разряженностью плазмы тела. При этом мы абсолютно не желаем работать над его уплотнением, бегать, обливаться холодной водой, выполнять дыхательные упражнения и так далее. Наоборот, пассивный образ жизни, переедание, питание бесплазменной пищи, укутывание делают его все более и более разряженным. В результате этого вредоносные биоклиматические силы по-китайски сици, жары, холода, влажности, ветра и сухости внедряются в организм и поражают его. В 49-й трудности «Нан Цзин, трактат ⁇ Трудные вопросы ⁇ перечисляются болезни, вызываемые этими вредоносными силами. Восхождение ветра. Ранозное, еда и питье, вызывающее усталость раны холода, ухождение влажности. Чтобы не допустить подобного, надо коренным образом пересмотреть свой образ жизни и сделать соответствующие корректировки в сторону укрепления плазменного тела. Физическое тело первое. Естественно, все, что укрепляет и развивает предыдущие тела, будет способствовать укреплению и развитию физического тела. Как указывалось ранее, физическое тело начинает источать аромат и плохо подается разрушению после смерти, когда были вполне развиты тонкие тела. Будда никогда не трудился над совершенством физического тела. Однако, благодаря духовной практике, его физическое тело было трансформировано и сияло 32 признаками совершенства. Как указывалось ранее, физическое тело построено из пищи. Поэтому именно для него качество питания Питания, структурированная вода, свежие цельные продукты, соблюдение физиологических механизмов пищеварения и усвоения пищи и продукты, насыщенные биоплазмы будут иметь решающее значение. Но это упрощенный взгляд на такой сложный механизм, каковым является физическое тело. Оно имеет множество интересных особенностей, сопряженные с более тонкими телами. Так физическое тело состоит из биогенных элементов

0 0,4 на 0,2. Перечисленные элементы составляют 99,4% массы живого вещества. Так как каждый из перечисленных элементов имеет свою собственную частоту вибрации, то любое изменение пропорции этих частот особенно кислорода, делает суммарное излучение организма ущербным и предрасположенным к болезням. Тело сознания в физическом теле имеет хромосомы. Тело мысли, голографическое тело, строит простейшие структуры в виде правильных шестиугольников. Причем эта голографическая особенность начинается от бензольного кольца и продолжается в жидких кристаллах. Построение печеночных балок. Вообще применение методов рентгена структурного анализа показало, что биологические структуры имеют кристаллическую упорядоченность. Потоки плазмы, подчиняясь закономерностям приема и отдачи окружающей энергии, строят форму внутренних органов в виде воронок, спиралей, капель. Вода, подчиняясь этому движению, оконтуривает внутренние органы, сердце имеет форму воронки, а мышечные волокна в нем расположены в виде спирали. Печень имеет форму капли, она подобна раковине. Волосы на голове закручены в воронку с центром на макушке. Сам головной мозг имеет форму спирали. Глаза подобны двум вихрям, вращающимся сквозь собственный центр. Лабиринт уха повторяет раковину улитки. Тонкий кишечник лежит в форме спирали. И так можно проследить массу соответствий. Все тело построено подобно сферическому вихрю. Сама вода обладает Рядом уникальных свойств, идеально подходящих для живого организма. Она самая энергоемкая жидкость может максимально концентрировать энергию электронных волн, образуют жидкие кристаллы, структура которых идеальна для жизненных проявлений. Тибетская медицина в человеческом организме выделяет два вида каналов, черные и белые. Черные каналы это данные на основании их цвета, общее название всех связанных с сердцем каналов, движущих кровь во внешних и внутренних частях организма. Пупышев, тибетская медицина, Новосибирск, наука, 1991 год. И действительно, наша кровь в объеме больше напоминает черную жидкость. Лишь тонкий слой ее имеет красный цвет. Таким образом, кровь в организме человека обладает эффектом черного тела. Из физики известно свойство черного тела полностью поглощать все попадающее на него излучение, так как кров находится во всем организме, то организм за счет этого активнейшим образом поглощает всевозможные излучения из внешней среды. Внутренние органы за счет своей окраски, структуры и формы поглощают из этого излучения только те, на которых они работают. Вот почему древняя индусская и китайская медицины утверждали, что у печени течет зеленая энергия, в сердце красная, в селезенке желтый в легких белая, а у почках голубая. Чем больше познаешь, тем больше поражаешься разумности, простоте и эффективности матушки природы, ее умению интегрировать множество полезных качеств в малых объемах, но с максимальной отдачей. Поэтому вполне естественно, что любое излучение из окружающей среды будет сильнейшим образом сказываться на работе организма. Эти особенности посредством обратных связей позволяют эффективно влиять на тонкие тела и укреплять их можно однозначно сказать что начал правильно работать с физическим телом например как ивану мы последовательно будем укреплять и совершенствовать последующие тонкие тела, что и предусмотрено эволюцией. В результате этой работы происходит перестройка физического тела с появлением в нем совершенно новых качеств. Эти качества достигаются в сущности очень простыми упражнениями, процедурами, но с четкой мысленной подосновой и глубоким внутренним содержанием. В свете этого изложения становится вполне очевидно, что для поддержания крепкого здоровья необходимо постоянно задействовать 5 тел или уровней человека. Только в этом случае оздоровление будет прекрасно получаться. Вся порочность лечения и ошибки в самостоятельном оздоровлении заключается в том, что задействовал лишь одно физическое тело правильным питанием или небольшой очисткой ждут потрясающих результатов, а они мизерны. Люди бегают, занимаются физической культурой, Водными видами оздоровления, а кушают как попало, мыслят беспорядочно и ждут чудес. При лечении таблетками вообще ужасная вещь получается. Принятая таблетка в лучшем случае делает временную коррекцию в физическом теле. А осколки от таблетки, застревая в тканях внутренних органов, создают свою голограмму, которая искажает нашу. В результате острые заболевания переходят в хронические, ведут к операции которые почти ничего не делают. Это лишь другой вид временной коррекции. А возникает осложнение, преждевременно сводящее человека в могилу. А суть-то заключается лишь в том, чтобы стереть пыль с голограммы собственного тела, тела мысли. И функции восстанавливаются сами. Все ненужное подвергается рассасыванию. Но это надо знать и терпеливо воплощать в жизнь. Порфирий Иванов с этой целью со сознательно терпел плохие условия природы, голодал, мерз, постоянно двигался, что давало ему колоссальное здоровье. Он так и называл себя миллионер здоровья. Поль Брех с величайшей радостью переносил голодание, сознательно выполнял физические упражнения, постоянно находился в здоровом и молодом окружении. А ныне здравствующий Сурен Авакович Аракелян вообще обосновал три главных жизненных принципа. Физиологически полезное питание для физического тела, физиологически полезное движение для плазменного тела и физиологически полезное голодание для очищения собственного голографического тела. При этом он не забывает и о хорошем настрое. Специально для этого им изобретен антистрессовый препарат, снимающий у животных страхи во время физиологически полезного голода. Результаты, полученные им при массовых опытах на животных, поражают. Старые дряблые животные молодели, приобретали очертания молодых, плодились лучше, чем раньше. Вот что значит задействовать глубинные уровни. Это надо знать, понимать, сознательно воплощать в жизнь, терпя временные трудности и обострения, и гордиться в лучшем смысле слова выполнением собственной программы оздоровления что подпитывает и укрепляет еще и душу человека итак мы с вами разобрали пять тел уровней человека, но остается открытым вопрос, за счет чего появляется жизнь. Нам надо найти пружину, которая раскручивает маховик жизни. Древние мудрецы Индии и Тибета утверждают, что в основе всех форм жизни находится пульсация. В пульсации определяется программа развития, а также сама длительность жизни. Причина пульсации Подобно семени зародышу, находится внутри организма, а это сердце. Если рассматривать в современных позиций этот феномен, то действительно сердце единственный орган, обладающий способностью ритмично сокращаться без всякой стимуляции извне, под влиянием импульсов, возникающих в нем самом. Оно может ритмично сокращаться даже после извлечения из тела. Лишь были бы созданы условия по удалению шлаков и подводу питательных веществ. Причем с возрастом сила сердечных сокращений уменьшается. Если в конце внутриутробной жизни оно сокращается, пульсирует с частотой 130-150 ударов в минуту, то в первые 6 месяцев жизни частота его сокращений составляет 130-140, от 6 месяцев до года 120, от 1 до 2 лет 110, от 2 до 5 – 100, от 5 до 10 – 80 и к 20 годам снижается до 72 ударов в минуту. Таким образом, на лицо пружина, давящая вначале с максимальной силой, которая чем больше раскручивается, тем слабее становится. Уже у 23-дневного зародыша человека имеется сердце, которое представляет собой пульсирующую трубку. Прекращением пульсации сердца останавливается и жизнь. Таким образом, сердце является основой, в которой находится причина жизни, душа, а ее пульсации – проявление начала жизни. Недаром тибетцы говорят, сердце царь каналов жизни. Оно осуществляет пульсацию жизни, чтобы в вас жизнь бурлила, а не была стоячим болотом. Убыстряйте свой пульс несколько раз в течение дня с помощью бега, ходьбы и других физических упражнений. Заключение. С вышеописанной схемой пяти тел, как правило, работают ягины высочайшей квалификации. Нам же она помогла многое объяснить. Для врачебных целей используется другая система, которая позволяет объяснить особенности индивидуальной конституции, продолжительность жизни, особенности времени года, дня и окружающих предметов, оперируя более простыми понятиями. В основе этой схемы лежат три основополагающих принципа. Мы их слегка коснулись в первом томе. Движение, ведь все в этом мире движется, изменяется. Теплота, все обладает определенным количеством теплоты. Материя, то есть движение, мы можем наблюдать только тогда, когда что-то передвигается, а теплоту, когда что-то нагрето или охлаждено. В человеческом организме эти три принципа получили свое название телесный ветер, телесная теплота и телесная слизь. Эти принципы по-индусски называются доши и носят название вата, пита и капха. В тибетской традиции они носят название рлунг, мкхрис и баткан. Эта схема была создана умнейшими людьми, которые называются риши. И проверена тысячелетняя практика индусских и тибетских врачей. С учетом современных открытий в области физики, биологии и других наук, эта старая наука сейчас самая передовая. В настоящее время лучшие врачи мира признают ее эффективность и скрупулезно занимаются ее изучением. На вопрос, что побудило вас переключиться на изучение теории и практики Айорведы, президент американской ассоциации Айурведы медицины Дипак Чопра ответил следующее. Я получил западное образование и довольно долго занимался классической медициной. Но многолетний врачебный опыт показал, что при всех несомненных достижениях она не в силах ответить на ряд фундаментальных вопросов. Итак, следующая глава посвящена изложению трех основополагающих принципов в организме человека. Индивидуальная конституция. Глава 2. Из собственной души появляется веджняна, органов чувств. От земли мясо, кости, нос и обоняние. От воды кровь, язык, ощущение вкуса и влаги. От огня тепло, цвет, глаза и зрение. От воздуха дыхание, кожа и осязание. От пространства отверстие, уши и голос от прежних привычек способность к деяниям Стечение течение этих условий и причинно-следственных связей образуют тело из трактата Джут Ши. В настоящее время имеется несколько методик, которые по различным признакам тела и функциям организма определяют индивидуальную конституцию человека. Древние врачеватели, аюрведисты, тибетцы, среднеазиаты и даже Европейцы никогда не начинали никакого лечения, не определив предварительно индивидуальную конституцию больного. Все они единогласно утверждают, что физическое тело человека построена из пяти первоэлементов. Эфира – пространство, воздуха, то есть движение огня, то есть теплоты воды и земли, как утверждалось в эпиграфе к этой главе. От элемента земля образуются кости, мясо, нос и обоняние. От элемента вода – кровь, язык, ощущение вкуса и влаги. От элемента огонь – тепло цвет, глаза и зрение. От элемента воздух, дыхание, кожа и осязание. От элемента эфир, отверстия, уши и голос. Это абракадабра для непосвященного легко объясняется с позиции построения голограммы человеческого организма. При щитке голографической информации с хромосом в пространстве образуются сгущения, стоячие волны интерференции, которые строят лучистое тело человека, то есть его голографическое тело. В тех местах, которые за счет интерференции наиболее уплотнены стоячими волнами образуется плотная основа. Прообраз костей и мышц в тех местах, где голограмма менее плотна, в организме образуется подоснова для жидкостных сред крови лимфы. Далее действие голографического излучения таково, что частоты с определенной длиной волны извлекают из окружающего пространства частицы, обладающие теплотой, а другие извлекают частицы, с вращательными и колебательными свойствами. Создатель общей теории Веник указывал, что существует семь первооснов Вселенной. Автор теории фундаментального поля Герловин говорил, что их девять. Что же это за первоосновы? С помощью экспериментов Веник пока установил следующее. Элементарное вещество Вселенной – это хрональное, связанное со временем, метрическое, связанное с пространством, колебательное, придает телам колебательное движение, вращательное, придает телам вращательное движение, Термическое придает тепловые свойства, электрическое придает электрические свойства, магнитное придает магнитные свойства. Каждое из этих веществ специфично, неповторимо и не сводимо ни к какому другому. Входя в состав какого-нибудь тела, они придают ему свои специфические свойства. Если тело не имеет в своем составе какого-либо вещества, то оно не обладает сопряженными с ним свойствами. Например, фотон не содержит порций или квантов электрического вещества, поэтому не имеет электрических свойств. В первом случае это будет соответствовать элементу огонь, а во втором – второму – воздуху. И, наконец, в тех местах, где нет никаких сгущений, в организме образуются полости. Итак, согласно утверждению древних целителей и гипотезам современных ученых, элемент эфир представлен пространством, во рту, в носе, в желудочно-кишечном тракте, в дыхательных путях, грудной клетке, капиллярах и так далее. Вообще эфир дает нам пространство для развития тела. Элемент воздух в человеческом теле проявляется в многообразных движениях мышц, пульсации сердца, расширении и сокращении легких движение стенок желудка и перистальтики желудочно-кишечного тракта, нервные импульсы, мыслительная деятельность и вообще все, что движется в организме, управляются воздухом. Элемент огонь в теле человека ⁇ это обмен веществ. Элемент огонь действует в системе пищеварения, проявляется как интеллект в сером веществе клеток мозга, задействован в сетчатке глаз, воспринимающих свет. От него зависит устойчивость нашей иммунной системы. И активность ферментов всего организма, от которых зависит превращение одних веществ в другие. Элемент вода проявляется в секреции желудочного сока, слюных желез, в плазме крови, протоплазме клеток. Элемент земля это твердые структуры тела кости, хрящи, ногти, волосы, сухожилия, мускулы и кожа. Помимо этого, все пять первоэлементов проявляются в функциях пяти чувств человека, а через органы чувств они связаны с пятью действиями. Эфир связан с функцией слуха. Ухо, как орган слуха, выражает действие через органы речи, которые придают смысл человеческому языку. Воздух связан с чувством осязания. Органом осязания является кожа. Органом, передающим чувство осязания, является рука. Огонь проявляется как свет, тепло и цвет. Он связан со зрением. Глаз, как орган зрения, управляет ходьбой и таким образом связан с ногами. Вода связана с органами чувств. Язык тесно связан с функциями гениталии. Пенис Клитор. В аюрведе пенис или клитор считается низшим языком, а язык во рту – высшим. Человек, контролирующий высший язык, естественно контролирует и низший, то есть управляет своим половым поведением. Земля связана с чувством обоняния, нос органа обоняния функционально связан с действиями ануса органа выделения. Особенно эта связь проявляется у человека, страдающего запорами или имеющего нечистую прямую кишку. У него дурное дыхание, из-за чего обоняние притуплено. Естественно, Человеческое тело, как живой организм, может существовать только в виде взаимоуравновешенной системы из пяти элементов. И древние мудрецы в объяснении феномена жизни, все жизненные проявления в организме разделили на три основополагающих жизненных принципа. Элементы эфир и воздух, соединяясь, образуют в нашем организме телесный ветер. По аюрведической терминологии дошу вата. Элементы огонь и вода при соединении в нашем организме образуют желчь или телесный огонь, соответственно по аюрведически дошу пита. Элементы земли и воды при своем соединении образуют в организме жизнь Жизненный принцип слизи до шаг... Капха. Теперь, оперируя только этими понятиями, можно описать конституцию человека, дать четкую локализацию в человеческом теле ветра, желчи и слизи. Чтобы не вносить путаницы в терминологию, назовем эти три важнейших жизненных принципа, как и их создатели аюрведисты, дошами. В первом томе уже давалась характеристика доша, но не лишнее повторить и дополнить эти понятия. Доша слиз отвечает за материальную часть тела, то есть за сцепление молекул и придание им определенной формы. Причем этот принцип Доша работает на уровне молекулы, клетки, органа и всего тела в целом. Это опора организма. Ввиду того, что слиз состоит из первоэлементов земли и воды, она является холодным и слизистым образованием. При чрезмерном увеличении этой доши в организме скапливается холодная слизь, которая в первую очередь накапливается в верхней части тела от макушки до диафрагмы. Поэтому эти места считаются опорой доши слизи. Вот как тибетцы отзываются об этой доше. Слизь приумножает тело и ум. Препятствует высыханию. Сочетая суставы кости, обеспечивает их связь. Продлевая чистую нить сознания, увеличивает терпение в делах и способность переносить причиняемый человеку вред. Обеспечивает белизну и мягкость внешних и внутренних частей тела. Признаки чрезмерного увеличения этой души следующие. Первое. Моча белая с незначительным паром и запахом. Второе. Язык и десны белые, во рту пресный привкус. Третье. Сопли и мокрота в груди и голове, угнетенное состояние, тяжесть в теле. Четвертое. Обострение слизистых расстройств наблюдается весной, а вообще в сырую холодную погоду. В течение суток вечером либо под утро. Пятое. Веки отечны, глаза белесы. Шестое. Аппетит нарушен, пищеварение ослаблено. Седьмое. Нет тепла. Тело отекает, появляются гнойнички на коже. Восьмое. Болят почки и поясница. Суставы малоподвижны. Кожа зудит. Девятое. Плохая память, сонливость, слабость. Доша, желчь отвечает за поддержание температуры тела и протекание всех физиологических реакций пищеварение обмен веществ иммунитет и так далее это абстрактная теплота оторванная от материального тела ведь обычно мы ощущаем теплоту по степени разогрева материального тела но не как таковую это огонь организма ввиду того что желчь состоит из первоэлементов огонь и вода она является горячим и влажным образованием, преобладанием горячих свойств над водными. При чрезмерном увеличении этой доши в организме скапливается жар, поднимается температура тела, расстраивается пищеварение, поэтому ее опорой считают среднюю часть тела от диафрагмы до пупка. Вот как тибетцы отзываются об этой доше. От тепла зависит здоровье, бодрость, цвет, долголетие и мощь сил тела. Это тепло основа, которая всякую пищу использует на усиление и развитие сил тела и цвета. Признаки чрезмерного увеличения этой души следующие: первое, моча красно-желтая с сильным запахом и паром; второе, язык с толстым налетом, во рту кислый привкус; третье, мокрота красно-желтая, солоноватая. Жажда. Четвертое. Обострение желчных расстройств наблюдается осенью в течение суток в полдень и в полночь. Пятое. Голова болит, тело горит сухо в ноздрях. 6: На глазах желто-красное облачко. Неожиданные Колики. Седьмое. Ночью бессонница, а днем невозможно заснуть. Восьмое. Потливость и запах. Под запахом. Доша-ветер отвечает за циркуляцию в организме. В это понятие входит вся совокупность движений. Движение воздуха во время вдоха и выдоха. Быстрота мыслительных процессов. Движение крови, лимфы и других жидкостей. Скорость протекания химических реакций в клетках и биологических процессов вообще удаление кала мочи соплей и так далее лучше всего это можно выразить как абстрактный принцип движения а движение мы судим по перемещению пространствами чего-то материального но мы не видим движущих сил вот это и есть душа, ветер в организме. Ввиду того, что ветер состоит из первоэлементов эфир и воздух, которые не имеют никаких твердых либо жидких субстанций, но обладают качествами сухости и холода, душа ветер при своем избытке производит иссушающее и охлаждающее действие на организм. Опора этой души считается нижняя часть тела от пупка до ступней ног. Есть если ветер в норме, наше мышление хорошее, много энергии, кишечник функционирует хорошо, все циркуляции в организме в норме. Признаки увеличения этой доши следующие. первая Моча прозрачная, как вода. Сильно пенится. После отстаивания остается чистой. Второе. Язык сухой, красный, шершавый. Во рту вяжущий привкус. Третье. Кашель с мутной мокротой, запоры. Четвертое. Обострение ветряных расстройств наблюдается летом, в течение суток, в начале вечерних сумерек и на рассвете, пятое поясницы крестце и вертлужных падинах, а также во многих других суставах наблюдается боли, как от побоев. Шестое. Похудание, сухость кожи, колющие боли в затылке, груди и в челюстях. Седьмое. Хочется двигаться, дыхание сбивчиво, сознание возбуждено. Восьмое. Голова не имеет и кружится, шум в ушах, бессонница, дрожь и подтягивание. Комбинация ДОЖ, то есть жизненных принципов, у каждого человека своя и определяется при зачатии. В момент соединения сперматозоида и яйцеклетки определяется строение индивидуума путем комбинации перестановок телесного воздуха, желчи и слизи, которые проявлены в телах родителей, разнообразные излучения и прочие влияния из внешней среды, знаки зодиака, положение Солнца, Луны и других планет, время года и так далее. В этот момент накладывают космическое клише на эту комбинацию дож, закрепляя их на всю жизнь. Зафиксированные таким образом жизненные принципы, то есть три доши, будут определять костяк и форму тела человека, умственные задатки и черты характера, вкусовые привычки, продолжительность жизни и многое другое. Процессы жизнедеятельности мы можем активно влиять на соотношение ДОЖ творить самого себя. Но как только мы перестанем целенаправленно заниматься этим, комбинация ДОЖ довольно быстро возвратится к той, которая была при рождении. В зависимости от того, какая из ДОЖ преобладает в человеке, складывается его комбинация. Согласно Аюрведе, Джуджи и даже современным исследованиям существует семь ярко выраженных типов людей и бесчисленное множество промежуточных. Три типа монодошных, у которых имеет наибольшее выражение одна из дош, три типа двудошных – ветер желчь, ветер слизь и желчь слизь, и один тип уравновешенных, у которого все доши относительно равны. Разберем эти конституции более подробно. Конституция ветра. Люди, рожденные ветром, сутулы, худощавы, бледны, многословны, плохо переносят холод, при их движении слышится треск суставов. Они бедны, недолговечны, телом не большие, любят песни, смех, борьбу, стрельбу, предпочитают сладкое, кислое, жгучее, по повадкам похожи на грифов, ястребов и лис. Это Отрывок из джудши. Люди с сильно выраженной конституцией этого типа обычно физически слабо развиты. Они имеют плоскую грудную клетку, под кожей хорошо просматриваются вены и сухожилия. Они смуглы, кожа их холодная, грубая, сухая и в трещинах. На теле имеется несколько родинок темного цвета. Рост у них либо слишком низок, либо высок то есть длинные. Телосложение тонкое, хорошо проступает суставы и кости из-за слабого развития мышц. Волосы редкие, Вьющиеся, ресницы тонкие, глаза бесстрастные, глаза могут быть впалые, маленькие, сухие, с мутными и сухими внешней и внутренней оболочками, ногти грубые и хрупкие, кончик носа изогнутый или вздернутый, физиологические процессы протекают быстро, с пищеварением часто бывают проблемы, поправляется очень плохо. Они обожают сладкое, кислое и соленое, любят горячие напитки и спиртное. Выработка мочи недостаточная, стул сухой, Затрудненные и в малом количестве, имеют склонность к испарению, особенно летом, больше, чем другие типы конституции. Сон быстрый, поверхностный и занимает меньше времени, чем у других. Руки и ноги часто холодные, им свойственны энтузиазм и живость, бдительность и беспокойство. Они ходят и говорят быстро, но легко устают. Психологически они характеризуются быстрым восприятием. Но плохой памятью, так моментально поняв, что-либо они могут вскоре забыть это. У них небольшая сила воли со склонностью к психической неуравновешенности, малоуверенности терпимости и смелости. Деньги стараются заработать быстро, сразу и так же быстро их тратят. Предпочитают заниматься теми видами спорта, где требуется быстрота, чередующаяся с отдыхом. Вот здесь рисунок, показывающий местоположение жизненных принципов, а также общий вид конституции имеющих ветер, желчь и слизь. Можете посмотреть самостоятельно. Конституция желчи. Люди с конституцией желчи подвержены жажде и голоду. Волосы и тело у них желтоватого цвета. Ум острый, тщеславный. Они потеют и пахнут. Богатство и тело у них посредственны. Склонны к сладкому, горькому, терпкому, прохладному. По повадкам похожи на тигров, обезьян и демонов из джудши это люди среднего роста стройные изящного сложения их грудная клетка более широка чем у личностей ветра вены и сухожилия у них менее выражены по некоторым данным у них много родинок или веснушек синеватых или коричнево-красных по цвету мышечное развитие у них среднее отчего костяк менее выступает по сравнению с людьми ветра. Цвет лица у них может быть желтоватый, красноватый, медного оттенка, а может быть и светлым. Кожа у них мягкая, теплая, приятная на ощупь. Волосы тонкие, шелковистые, рыжие или коричневые, с тенденцией к ранней седине и выпадению. Глаза могут быть серые, зеленые или медно-коричневые. Взгляд острый, проницательный. Глазные яблоки выявлены умеренно. Конъюнктива влажная, красноватая. Ногти мягкие. Форма носа заостренная. Кончик носа с тенденцией к покраснению. Физиологические процессы в организме протекают лучше, чем у лиц с конституцией ветра. Обмен веществ в основном активный. Кишечник хороший, что выражается прекрасным аппетитом. Лица с этой конституцией склонны к поглощению большого количества пищи и напитков. Пищу предпочитают сладкого, горького и вяжущего вкуса в прохладном виде, а также охлажденные напитки. Сон средней продолжительности и нормальный. У них выделяется большое количество мочи и экскрементов, в основном желтого цвета. И жидковатые. Они склонны к испарению. Температура тела у них слегка повышена. Руки и ноги обычно теплые, даже в сильный мороз. Они не выносят много солнечного света не любят жару, а также баню и отлынивают от тяжелых работ. Люди с указанной конституцией чистолюбивы, интеллигентны, остроумны, склонны быть хорошими ораторами. Свою эмоциональность они проявляют бурно, особенно эмоции гнева, ненависти и злости. Помните, по повадкам похожи на тигров, обезьян и демонов. Они любят демонстрировать свое материальное процветание, хотя большими целями Ценностями не обладают, предпочитают заниматься такими видами спорта, где проявляются индивидуальные качества личности, красота тела, болевые качества, мыслительные способности, например, культуризм, бокс, автогонки, теннис, фигурное катание, шахматы. Конституция слизи. У людей с конституцией слизи прохладное тело, суставы и кости не выделяются, они мясистые и белые. Формы округлые, голод, жажду, страдания переносят легко. Тела у них крупные, живут долго, богато. Сон у них крепкий, они широки душой, от природы имеют хороший нрав. Похожи по повадкам на львов, и буйволов из трактата Джудши. Тело у лиц этой конституции хорошо развито, как у львов или буйволов. Грудная клетка широкая, вены и сухожилия не видны, мускулатура хорошо развита, кости не проступают. Они, как правило, имеют склонность набирать лишний вес. Их лица оживлены и светлы, кожа мягкая, блестящая, маслянистая, может быть холодной и белой. Волосы густые, мягкие, темного цвета. Глаза у них голубые или коричневые. Белки очень большие, белые и привлекательные. Конъюнктива без тенденции к покраснению. Физиологические процессы протекают в организме замедленно. Аппетит умеренный. Они любят пищу острого, горького и вяжущего вкуса. Не прочь выпить спиртное и покурить сигару. Стул у них мягкий, бледного цвета, эвакуация идет медленно, испарина у них умеренно, сон здоровый и продолжительный. Руки на ощупь прохладные и влажные. Они обладают большой жизнеспособностью, обнаруживают хорошее самообладание, любят процедуры, связанные с теплом, парная, массажи. Ко многим лишениям, например, бытовым, пищевым и прочим, в тяжелой работе относятся более сдержанно, чем предыдущие типы. Они обычно здоровы, счастливы и миролюбивы. Психологически они склонны к терпимости, спокойствию, прощению и любви. Но у них имеется склонность к алчности, привязанность к собственности. Их понимание более замедленнее, чем у предыдущих типов Конституции. Но зато раз поняв что-либо, они запоминают это на всю жизнь. Они умеют зарабатывать деньги и разумно их тратить. В итоге они умудряются сколотить состояние. Физической культурой и спортом они очень мало занимаются, предпочитая наблюдать со стороны. Смешанные типы конституции. Первое. Желчный слизистый тип. Эти люди соединяют в себе все преимущества и недостатки этих типов. Они высокого роста Роста, прекрасное телосложение. Именно такое сочетание дает способность длительным трудом удовлетворить свое тщеславие. Многие кумиры современности Элвис Пресли, Сильвер Сталлоне представляют это сочетание. Второе – желчный и ветреный тип. В основном это люди среднего роста, подавляющее большинство населения. Их легко увлечь, но дальше своего квартала или города они ничего знать не хотят, довольствуются малым, но сейчас. Третий ветреный слизистый тип. Как правило, это сильные личности. На изменение обстановки реагируют быстро, неуклонно проводят свою линию, держит ситуацию и людей в своих руках. Это политики Сталин, Черчилль, военные жуков, крупные и мелкие начальники, лидеры больших и малых группировок. Четвертое. Уравновешенный тип. Древние мудрецы считали его наилучшим, в котором доши, ветра, желчи и слизи примерно равны. Это, как правило, долгожители, которые интуитивно чувствуют и живут, не вдаваясь ни в какие крайности. Они прекрасно чувствуют природу космос, предпочитают гармонию во всем. Многие духовные учителя человечества обладали этим типом конституции. Естественно, между этими описанными семью типами конституции находится безграничное количество самых разнообразных сочетаний ветра, желчи и слизи. В первом томе целительных сил дана специальная анкета, благодаря которой вы можете узнать свою собственную конституцию. Из содержания этой главы вытекает первый закон оздоровления, и он самый главный. Только с учетом индивидуальной конституции Подбирайте питание, средства оздоровления, нагрузку и многое другое, от чего зависит ваше здоровье и процветание в целом. Индивидуальная конституция ⁇ это ваш путеводитель по жизни. Регулярно работайте над своими слабыми сторонами, не увлекайтесь сильными, и успех будет постоянно с вами.